Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Наталі Ігнатенко. Добрий вечір. Гомельская область Беларуси и Нижегородская область России шукают шляхи активизации двухбокового супрацовництва у экономичной и культурной сферах. Конкретные накерунки обмеркованы под час встречи керуника представительства Нижегородского региона у нашей краине и керуництва областного выконавчего комитета. Сёлета товарооборот помеж областями склал каля 30 миллионов долларов и у поравнании с отповедным летошним периодом зменшился амаль на 17%. При этом скорочение белорусского экспорта выкликано у першую чергу снижением поставок молочной продукции, а так само пластмасс и вырабов из их. Разом с тем, на думку баков, зараз есть махчимости не только выправить ситуацию, але и повеличить объемы взаимных поставок. У приватности на початку наступного года Гомельщину наведуют представники деловых колов Нижегородской в области, какие разглядят варианты реализации белорусских товаров у Россию. А проча того, огучены планы по взаимопоставках сельскохозяйственной техники и створении совместного предприятия по станкобудованию. У якости одного из вариантов разглядается махчимость открытия СП на базе завода у станка «Гомель» и станочных вузлов. Еще один накерунок для супрацовництва – будовничая сфера. Капитального строительства как у нас в Нижнем, так и наши фирмы могут участвовать здесь. Министр строительства Беларуси Черный выезжал к нам. Такая задача поставлена. Вчера мы обсуждали с директором холдинга станкостроительного с Будковым Виктором Федоровичем о увеличении поставки станков, в том числе и в нашу Нижегородскую область. Как известно, Гомельский станкостроительный завод работает, надо увеличивать. Размова не обмежевывалась только экономичными пытаниями. Гомельский и Нижегородский регионы объединяя и военное минулое. Сергей Петров под час встречи рассказал о праце по захованию памяти об героях Великой Отечественной, якая проводится по всей территории России. После чего старшиня облвыконкама Владимир Дворник пропоновал наведать Лоев. У центра городского поселка находится аллея со стелами, на яких размещены имены 365 героев Советского Союза, людей, которые смагались на Лоевском плацдарме. Сирот их есть и былые жихары Нижнего Новгорода. Керовник представительства российского региона смог больше доведаться об знакомитой битве за Днепр на Лоевском участку, после чего усклал кветки добротерского похования. У ходе встречи навод прогучала идея о проведении совместных пошуковых мероприемств на Гомельщине, головная мета яких – выхование молоди у духу патриотизма и захование военной памяти на долгие годы. То воспитание, которое мы дадим нашему подрастающему поколению, то мы, собственно, и получим у себя на старости. И Великая Отечественная война, народ, любой народ, который не помнит, который не имеет памяти, он обречен. Я считаю, я этому уделяю максимальное внимание. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». За круглым столом у Гомеля обмерковали указ президента номер 420 об унесении изменений и дополнений у директиву президента Республики Беларусь номер 1 и удел профсоюза у ее реализации. Ключевая особливость новой редакции – принятие додатковых мер по снижению гибели и травмированию громадян на вытворчести. Все лето на Гомельщине отбылось 22 несчастные выпадки со смяротным заходом. У правонания с минулым это амаль удвоя больше. Причинами здарения, которые привели до гибели людей, стали безотказное ставление громадян до властного життя, а так само то, что керовники организации не завсёды предоставляют здоровые и безопасные умовы працы. Минавито по этих направках будут шукаться шляхи вырашения проблемы. До речи, сегодня при отримании вытворчей травмы компенсация предугледжена Белдержстрахом и сгодно с коллективными домовами и погоднениями. Выплата может скласти до 10 среднегодовых заработков. Основная у нас в этом году несчастные случаи произошли в организациях агропромышленного комплекса. И что больше всего нас настораживает, каждый третий погибший был в состоянии алкогольного опьянения. У Гомельском городском следственном комитете прошел день открытых дверей. Больше за 50 навученцев кадетского училища вырашили подробязнее доведаться про працу следчих. Самой цікавой была практичная частка. Подлеткам демонстрировались науково-технические сродки, которые следчие выкористовывают подчас працы на месте здарення. Минношукальники, приборы для отшукания биологичных следов и отбитков пальцев. До речи, правильно снять отбиток пальцев справа не такая проста, как показано у фильмах. После теоретичной частки кадеты отримали практичные веды. Они попробуют сами лично при помощи дактилоскопических порошков обнаружить и изъять
с условного места происшествия банальный отпечаток следа пальца руки. Як отзначил Аркадь Страцяков, сегодня не так шмат жадающих поменять зручные джинсы на форму. До речи, каб трапить на працу следчий комитет, необходимо отримать высшую юридичную адукацию, альбо иметь среднюю адукацию и стаж працы. Як будуть працювати гандлюві об'єкти у передсвяточні і святочні дні? Які продукти можна буде купити по зніженій ціні? І скільки буде коштувати головний атрибут Нового року – жива ёлка? За відказами на це і інші питання наш кореспондент Ганна Ковальова звернулася у головне управління гандлю і послуг Гомельського облвиконкома. Інтерв'ю з першим намісником начальника головного управління Галиною Горбачевською глядіть у програмі «Новини тижня» завтра у 20:30 на телеканалі «Беларусь-4». Беларускія народныя, популярныя і нават аўтарскія. У Гомелі на адборачным туры на славянскі базар прагучала прыкладна паўсотні песень. Дарослыя і юныя артысты з усіх раёнаў Гомельскай вобласці спаборнічалі за магчымасць стаць фіналістамі. Прафесійная журы праслухоўвала конкурсантаў, кожны з якіх падрыхтаваў па дзве песні. Заяўкі на ўдзел у адборачным туры падалі больш за 20 артыстаў. 10 з іх па 5 у кожнай узроставай катэгорыі будуць прадстаўляць рэгіён на дарослых послами дитячим конкурсе «Славянский базар» у Витебску. Журы оценивала не только вокальные даденные конкурсантов, але и выконавчие майстерство, а так само артистичные здольности. Сироду дельников отборочного тура у Гомеле переважали в основном представницы прыгожего полу. 16 и 17 снежня лепших вокалистов будут выбирать у Могилеве. Я, когда была дома, я постоянно приходила с музыкальной школы и дома учила эту песню. Тяжеловато. Ну, а как еще? Песні вчаться. У Гомелі назвалі імёны пераможцаў міжнароднага дзіцячага конкурсу «Музыка надзеі». Каля 120 юных музыкантаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Малдовы і Эстоніі на гэтым тыдні змагаліся за званне лепшага. Выхаванцы школ мастацтваў, гімназіі і каледжаў дэманстравалі сваё майстэрства ў валоданні духавымі і ударнымі інструментамі. Міжнародны конкурс «Музыка надзеі» аналагаў не мае ні ў краінах блізкага, ні нават далёкага замежжа. Ацаніць таленты юных дараванняў, матываваць іх на дасягненні новых перамог, падняць музычнае майстэрства на новы міжнародны ўзровень. Гэта толькі некаторыя мэты правядзення конкурсу. Акрамя таго, яго лаўрэаты становяцца стыпендыятамі спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. А гэта ў сваю чаргу дае права ў будучым без экзаменаў паступаць у навучальну ўстанову музычнай накіраванасці. Сёлета годнае званне лаўрэатаў па выніках конкурсу атрымалі 3 прадстаўнікі Гомельшчыны, а 2 гран-пры адправілі в Минске, Гродзенскую область. Я играю на инструменте флейта. Мне это очень нравится. Очень хороший инструмент. Было тяжело. Каждый день занимались. И мы заняли место, и я очень рада. 13-й раз собираются различные участники из многих стран мира на этот конкурс, но всегда они уезжают окрыленные, вдохновленные, и в душе у них вот эта вот музыка надежды живет с ожиданием приехать еще раз. И многие возвращаются, потому что как бы возрастные категории позволяют им вернуться и снова поучаствовать в этом замечательном конкурсе. У обласным драматичным театры прайшоў першы ў рэгіёне конкурс прыгажосці і грацы сирот замужніх жанчын «Месяц Гомель-2015». Удзел у ім прынялі творчыя і паспяховыя сапраўдныя ледзі, які да таго ж з'яўляюцца клапатлівымі жонкамі і маці. Пра тое, як праходзіла гэта яскравае і відовічнае спаборніцтва, раскажа Вероніка Варашыліна. Быть прыгожай, мэтанакіраванай, паспяховай, упэўненай у сабе, а галоўнае шчаслівай жанчынай можна ў любым узросце, прычым у незалежнасці ад працоўных і хатніх клопатаў. Менавіта гэта ідэалы прапагандуе конкурс прыгажосці і грацыі сярод замужніх жанчын «Місіс Гомель-2015». Ён аб'яднаў 15 прадстаўніц самых розных прафесій, якія пабудавалі сваё сямейнае шчасце і зараз выхоўваюць дзяцей. В 2011 году награждена орденом матери. Самая важная в жизни Надежды – ее семья.
семья, именно в ней она черпает силы и вдохновение. Мама как многодетная, это мама многодетна. То есть это готовка на кухне, это пироги, это, допустим, учеба какая-то, это работа. А это совсем другое, какое-то самоутверждение себя. То есть стараешься быть еще сильнее, еще выше, помимо того, что у меня есть дети. На протягу месяца гомельские прихожуни рыхтовались до конкурса у режиме нон-стоп. Сумещали семью и штодённые хатние клопоты с дефиле, занятками хореографии и фитнес-тренировками. У силу своей мудрости и пылного житевого опыта яны працавали одиным, дружным и зладженным коллективом. Девушки на самом деле очень сдружились, помогали друг другу на примерках, на репетициях, подсказывали. То есть никакой конкуренции абсолютно не чувствуется. Они для себя, для своего комфорта все это делают. Самым яскравым и крональным моментом конкурсу «Миссис Гомель» стал выход финалисток у сопровождении деток. Варто отзначить, на сцене они трымались не меньше упэўнена за своих прыгожих мам. Шматдетная мать Надея Петренко заявилась у сопровождении усіх своих шестерых детей. А конкурсантка Вольга Валяватая вышла на подиум со своим 7-месячным сыном Владиславом. До речи, усіх удельниц душевные горача подтримливали родные и близкие, як подчас конкурсу, так и при его подрыхтовце. Моя мама приехала за 100 километров, чтобы понять, с внуком, я в это время пошла на кастинг. Ну и, соответственно, прошла кастинг. Вот, конечно, родные помогают сидеть с ребеночком, с мальчиком, сыночек у меня. По выниках усіх конкурсных выпробований у гоноровое звание «Миссис Гомель» 2015 завоевала клопотливая жонка и мать Наталья Яжова. На подиуме она дефилировала со своей маленькой прихожуней дочкой Николь. Вот она, новая восходящая звезда. Не стоит добавить, вся мать. Конкурс прыгажосці і грацыі сярод замужніх жанчын у нашым рэгіёне адбыўся ўпершыню. Аднак арганізатары ўжо маюць задумку праводзіць гэтае відовішчнае і яскравае шоу кожныя 2 гады. Вераніка Варашыліна, Ігар Марышчанка, тэлерадыёкампанія «Гомель». У картинной галереи Гаврила Ващенки сёлета стартовал новый проект «Сустреча с легендой». И уже третий раз его героем стала Вера Савина, вядомый белорусский киносценарист. На попереднее мероприемство она завитала, каб продемонстрировать свои фильмы об мастаку Марку Шагале и музыканте Чеславе Немене. Новую сустречу просвятили обмеркованию фильма «Застывшая музыка Лангбарда». Киносценарист, журналист, куратор мастацких выстав. Творчие досягнения минчанки Веры Савиной можно вывучать без конца и захопляться ими. Уражвая и ее семейная биография. Так прадед Веры Юрьевны был особистым врачом Льва Толстого, дед – директором Тульского драмтеатра, а батька – солистом оперы. Лёс широ узнагородил яе многими талентами знакомитых продков и додал новых. Тонкий майстер слова, виртуозный режиссер, заузятый историк и надзвычай цікавый суразмоўца, что и подтвердила чарговая сустреча у картинной галереи. А документальный фильм об вядомым белорусским архитекторе 20-го стагодзе Осіфе Лангбарде отрымался докладным, проникненным, глубоким. По словам Веры Савиной, таким серьезным анализом працы Лангбарда никто ранее не займался и наурад ці стане. Музей хоккейного клуба «Гомель» пополнился новым экспонатом. Хоккейный свитер сборной Беларуси подаровал старшиня Белорусской Федерации этого виду спорту Игорь Рачковский. У «Гомеля» отбылося выездное посяджение выканкама организации. На свитере няма ни номера, ни прозвища гульца. И каштовности он покуль амаль не представляет. Однако по задумце хутка он станет уникальным экспонатом. И те хоккеисты, которые воспитаны были в этом великолепном здании, значит, они будут иметь право и даже свою почетную обязанность здесь оставить свой автограф. И вот эта майка, она будет как бы символ того, что как бы как результат то, что работает здесь эта школа хоккея. У федерации упэўнены, что первая подпись на свитере может заявиться уже у самый ближайший час. Так само гоноровые грамоты за укладу развитию хоккея отримали старшиня областной федерации Виталь Уткин и старшиня координационного совета хоккейного клуба «Гомель» Сергей Сосновский. Посяджение выканкама федерации плановое. Одиное отрознение. Упершиню оно проводится не у Минску. «Гомель» выбрали не выпадково. У нашем регионе надается великая увага развитию хоккея и у першую чергу дитячего. Эффективное взаимодействие улады, клуба и спонсоров – главная умова поспеху. Гомель, он действительно на сегодняшний день стал одним из самых мощных центров развития хоккея в Республике Беларусь. И федерация тоже будет подключаться и помогать, чтобы этот центр развивался дальше в несколько даже более расширенном формате. Пригласить сюда коллег со всей Беларуси, которые приезжают на исполком, чтобы в Гомеле ознакомиться с инфраструктурой и показать всем, как правильно надо выстраивать отношения. Первое – губернатор,
Второе, школы, клуб, люди, которые оказывают помощь клубу. Максим Савін, Сергій Нігеревич, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». Новини регіону, інформацію об проєктах телерадіокомпанії «Гомель» ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. І на цьому випуск завершений. Пленних вам вихідних днів і до нових зустріч у ефірі.